Первая программа. Начали. Ноги на ширине плеч, руки вверх вдохнули, потянулись, выдохнули. Руки вверх вдохнули, руки вниз, выдохнули. Руки вверх вдохнули, руки вниз, выдохнули. Руки на пояс, голова вперед, назад. Разогреваем шею. Теперь из стороны в сторону. Поворачиваемся в одну и в другую сторону. Смотрим через плечо. Круговые вращения головой на 6 раз. Осторожно выполните это упражнение. Не растяните шею. И в другую сторону. Теперь вращаем плечами назад. Теперь вперед. Ножницы руками. Разогреваем плечи. Скрещивание рук. Раскрылись, закрылись. Вращение руками. В другую сторону. Боковые наклоны. Это упражнение очень полезно для вашей талии. Приготовьтесь наклоняться дальше. Одна рука над головой. Теперь маленькие развороты. Увеличьте амплитуду. Теперь развороты по полной амплитуде. Руки вверх потянулись, наклонились, дотронулись до земли. Потянулись, наклонились. Same bend side to side. Теперь те же наклоны из стороны в сторону. Это упражнение тоже очень полезно для вашей талии. Now we go for big circles. Теперь вращение корпусом. В другую сторону. Really keep breathing. Не забывайте про дыхание. Hip circle. Вращение талии. If your legs straighten, your hips kind of push them out. Ноги не сгибайте. Толкайте бедра. Other В другую сторону.
Так. Ноги поставь пошире плеч. Покачивай мне с одной ноги на другую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, теперь присели на одну ногу. Вторая нога прямая, пальцы смотрят вверх, вот так, хорошо. Потянулись. Теперь присели на другую ногу. Теперь поднялись. Согнули одну ногу. Вторая нога идет назад. Потянулись немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замечательно. Теперь легкие покачивания. Четыре, пять и шесть. Поменяли ногу. То же самое с другой стороны. Четыре, пять, шесть. Пристали. Легкие покачивания. Три, четыре, пять, шесть. Достаточно. Стряхнули ноги, руки. Теперь приступаем к основной части тренировки. Вам потребуется стул. Сейчас я возьму воду. Поставлю ее рядом, потому что она мне понадобится. Начнем с махов. Самое главное, осмотритесь так, чтобы сзади не было мебели, потому что мы будем выполнять махи. Начнем с легких махов. 20 махов. 3, 4, 5. Двадцать. Так, поменяли ногу. Раз, два, три. Теперь левую ногу поставили поближе к стулу. И вот такие легкие махи. Изолированное движение. Используйте стул для поддержания баланса. Поменяли ноги. И раз, два, три. Теперь махи в сторону. То же самое, посмотрите, чтобы в стороне не стояло никакой мебели. Теперь другая нога. И два. И три. Самое главное чувствовать, как работают мышцы. И 20. Стряхните ноги. Теперь фронтальные махи. Я стану лицом к вам, чтобы вы поняли, что я делаю. Те же самые махи, но только теперь вперед и назад. Неважно, с какой ноги вы начинаете. 5, 6, 7, спина прямая, 8, 9,
повернулись. И 20. Стряхнули ноги. Хорошо. То же самое, неважно, с какой ноги вы начинаете. Поднимаем ногу, потом в стороны. Быстрое, резкое движение. И раз, и два. И раз, и два. И 10. Повернулись. Если у вас не получается очень быстро, не торопитесь. И 10. Повернулись. Это следующее упражнение полезно вот для этой группы мышц на ногах. Поднимаем и разворачиваем колено. Слегка помогайте своей рукой. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь то же самое, только поднимаем через бок и движение внутрь. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, повернулись. Другая нога. Раз, два, три. Девять и десять. Теперь в другую сторону. И 10. Старайтесь поднимать колено как можно выше. Это очень сложно. Но со временем у вас получится. Смотрите внимательно, как выполняется это упражнение. Нога идет назад, потом через сторону возвращается. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь в другую сторону. Поднимаем ногу, сгибаем в колени. И ведем назад. 3, 4, не опускайте колено. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, встряхнули ногу. Теперь другая нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Встряхнули ноги. Немножко передохнем, глотнем воды. Так, теперь другие махи. Я разверну стул так, чтобы вы увидели, что я делаю. Ближайшая к стулу нога идет вперед. Вы ее сгибаете, так чтобы здесь было 90 градусов. Вы приседаете и махаете другой ногой. 10 раз. То же самое делаете с другой ногой. Сгибаете ее, приседаете и мах ногой.
Во время этих упражнений у меня всегда сбивается дыхание. Второй подход. Приседаем и мах ногой. Встряхнули ноги. Остался последний подход. Утяните ноги слегка. Ничего, если вы слегка выдохнете. Это необычная аэробика. Так что... Если у вас ждёт дыхание, ничего страшного в этом нет. Сгибаем переднюю ногу, берёмся за спину, мах ногой. Последний подход. И два, и три, и четыре. Хорошо, пять. Девять и десять. Хорошо. Очень хорошо. Немножечко передохнули, встряхнули ноги, глотнули воды. Если у вас нет ковра на полу, то вам лучше положить полотенце. Положите его на пол. Глотните воды. Дальше будем работать над ягодицами. Ложитесь на спину, возьмите руками на ножки стула, левую ногу поставьте на край стула, правая нога на левой ноге, и жмите 10 раз. Жмите до самого конца, иначе мышцы останутся непрокачанными. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, поменяли ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять поменяли ноги. За стул нужно держаться, для того, чтобы стул не отодвигался. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Поменяли ноги. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последний подход. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это упражнение изолирует ягодицы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко потянули ноги. Расслабили спину. Так, теперь можно убрать стул. Ложитесь на бок. Нижняя нога согнута.
Вторая нога прямая, поднимается вверх. Не обязательно поднимать ее высоко. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Повернулись на другой бок. И не забывайте сгибать нижнюю ногу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Теперь ставитесь на корточки. Одну ногу согните в колени, поднимите ее и толкайте вверх. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Так, поменяли ноги. То же самое с другой ногой. 3, 4, 5, 6, 7. Самое главное, не проваливайте плечи. Спина должна быть прямая. 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Теперь провалитесь назад. Покиньте ягодицы. Постарайтесь расслабиться. Глотните воды, если хотите. Теперь верхняя часть нашего тела. Начнем с простых отжиманий, легких отжиманий. Руки поставьте чуть шире плеч. Позвоночник прямой. Вы смотрите прямо перед собой. Самое главное здесь не сгибать спину. Потянитесь немножко. Хорошо, дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Опять потянулись. Подните руки. Последний подход всегда самый сложный. Хорошо, приготовьтесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. Потянули руки, плечи. Потянулись. Grab hands behind your back. Взяли замок руки за спиной. Дальше вам понадобятся подушки и гантели. Если у вас нет жесткой подушки, вы можете взять две подушки с постели. Сядьте на пол. Край подушки должен касаться нижней спины. Поднимите гантели над собой. Руки прямые, потом раскройте руки как бабочка и жмите. 10 раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь разверните руки, опустите их до уровня груди, дальше жмите и разворачивайте наверху. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Теперь возьмите руки в замок, опускайте гантели за голову и вводите их перед собой. Два. Три. Четыре. Не забывайте про дыхание. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Положите гантели. Потяните руки. Постарайтесь расслабить плечи. Нас ждет еще два подхода. Берите гантели. Начнем с бабочки. Жмите, жмите. Чувствуете, как у вас тянется грудь? Десять. Развернули руки. Выжили, развернули опять. Руки вместе, за голову, над собой. Положили гантели, передохнули, 30 секунд, потянулись, обхватили себя, взяли гантели, последний подход. Десять. Хорошо, руки вместе за голову перед собой. Хорошо. Положили гантели. Потянулись. Обхватили себя. Вставайте. Раз, два, три, четыре, пять. Это легкое упражнение. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли руки. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ноги на ширине плеч. Подтягиваем руки к груди. После 10 раз садимся, сгибаемся, кладем на колени и поднимаем гантели. Это упражнение на спину. После 10 раз можно чуть-чуть отдохнуть, потянуться. Прогнулись. Теперь еще два подхода.
Поменяли руки еще 10 раз. Так, нужно уширение плеч, подтягиваем руки к груди. Грудь на колени, жмем дальше. И последний подход. Последний раз потянулись, а теперь всеми любимые брюшные мышцы. Хорошо. Ложимся на пол, будем качать пресс. Колени согнуты, ноги на полу, руки за головой. Поднятие корпуса на 10 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Руки за головой. Теперь полное поднятие корпуса. Раз и два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10. Хорошо. Положите руки под себя, чтобы поддерживать нижнюю спину. Поднимайте ноги. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. Это сложное упражнение, так что если вы его раньше когда не делали, выполняйте его не по полной амплитуде. Нижняя рука перед вами, вторая рука за головой. Для начала вы можете просто поднимать корпус. Следующий шаг будет поднятие корпуса и одной ноги. А потом поднятие корпуса и двух ног. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. С другой стороны. То же самое. Одна рука перед собой прямая, вторая рука за головой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Это очень сложное упражнение. Но хорошо сжигает жир на талии. Так. Нас ждет еще два подхода.
Начнем с поднятия корпуса. Руки за головой. 10 раз. Полное поднятие корпуса. 10 раз. Хорошо, теперь поднятие ног. На правую сторону. На левую сторону. Без повторения. Расслабьте мышцы живота. Потяните колени к себе. Еще один подход. Колени согнуты, руки за головой. И подъем туловища. Подъем ног. Это упражнение на нижние мышцы живота. И последний раз. Одна рука за голову, вторая рука перед собой. Change sides. Перешли на другой бок. Улыбнитесь. Трудно уже позади. Ноги выпрямили. Полежали пару секунд, потом потянули правое колено к груди. Выпрямили ногу. Руки под коленом. Потянули ногу на себя. Задержали надолго. Теперь возьмите и положите левую руку на правую сторону правого колена. Правая рука идет в сторону. Смотрите на правую руку. Теперь возьмите правое колено правой рукой. Согните ногу, разверните ее вот так. Хорошо, выпрямите ногу. То же самое с левой ногой. Охватили ее руками, потянули на себя. Выпрямили руки под коленом, потянули ногу на себя. Это чтобы растянуть вот эти мышцы. Только осторожно тяните, очень осторожно.
Don't try it. Со временем вы сможете поднять ее поближе. Теперь колено согнуто. Смотрите на противоположную руку. Открывайте ногу. Обе ноги вместе, перекаты. На третий раз садитесь. Так, я разверну, чтобы вы видели, что я делаю. Ноги вместе. Тянитесь подбородком к земле. Выпрямились. Развели ноги. Потянулись вверх, потом в одну сторону, левой рукой возьмите правую ногу, и не пытайтесь достать головой вашу ногу, самое главное тянуться к ноге грудью. Теперь возьмите правой рукой за правую голень, потяните в сторону. Вернулись в исходное положение. Тянемся вперед. Очень хорошая растяжка вот этих мест. И не пытайтесь тянуться головой к земле. Самое главное — тянуться грудью. Ноги вместе. Правая нога над левой ногой. Левый локоть против правой ноги. Чуть-чуть. Повернулись вправо, другая рука идет назад, и вы смотрите назад. Это очень хорошая растяжка для бедра. Выпрямили ногу, согнули левую ногу. То же самое. Правая рука держит левую ногу. Поворачивайтесь назад, смотрите через плечо. Теперь встряхнули ноги, скрестили ноги, отхватили себя, посидели пару секунд, и все, тренировка окончена.